Итак, ребята, продолжаем свой коп. Начинали мы четвером, сейчас нас уже 8 человек. Позади меня лагерь. У нас там сколько? 6 машин. В общем, все шурфят. Смотрите, раз команда шурфит, вон там вторая команда шурфит. Мне жарко, я поменял прибор, взял ваниш. Хочу походить по верхам. Посмотрим, что из этого выйдет. Шурфить мне что-то, честно говоря, сегодня не хочется. Может быть, завтра. Ну, а так в целом, пойдем посмотрим, кто чего накопал. Что нашли? Я не понимаю смысла этой охоты. Point? Смысл? The point was in... Смысл накормить? Feeding the animal and giving him a point. That's very kind. Это очень гуманно. Стирала на речке белье красавица Элли. Поскользнулась на кусочки мыла и упала. А парень Юси мчался на велосипеде. Попало колесо в ямку, и упал Юси прямо на раму велосипеда. Теперь Элли и Юси не могут любить друг друга. Но... За искусство. Ребят, меня женек позвал, говорит, бомбическая находка. Сейчас мы посмотрим, насколько она бомбическая. Ну-ка. Вот она, монетка лежит, ребята. Да ладно. Копейка. Смотрите, год, даже ее чистить не надо. Сохранчик хороший. Ты ее чистил, что ли? Не. А что она такая прям чистенькая? Не с Алиэкспресс? Даже. С Али, конечно. Ребят, ребят, вот этот Женя... Несколько копов назад поднял двушку 25-го, а теперь поднял и копеечку 25-го. Жень, мы подозреваем, ты с Алиэкспресс их скупаешь. Обязательно, конечно. Насыпаю тут в округе, короче, собираю. Да, выкупу. Именно, да, с Алиэкспресс, ребята, вот в такой вот патиновой уже готовые монеты, фундаментные, зеленые. Так что, ребята, узнавайте, где Женя покупает такие монеты, и тоже можете прямо, знаете... На этом навариться. Вот он наш фартовый сегодня снова зафартил. Фартовый медалист. Классно, офигеть. Пацаны не слышат, блядь, а то бы они сейчас бы тоже плювались бы. Говорит, Женя, каждый коп у нас что-нибудь вкусненькое выкапывает. Ну, после двушки уже не так интересно. Приятно. Приятно, ребята, хоть и копейка 25-го, у меня их 7 штук было. Вот. Но все равно монета очень редкая и считается дорогой. Класс, класс. Ладно, Кингуль, пошли. Пошли искать нашу копеечку 25-ю. Да, малыш? Устал? Опять что-то брончит. Ладно, пойдемте. Ну что, ребят, Евгений нас продолжает радовать монетами. Нечастая монета для фундамента этих мест. Это у нас 2 копейки Александровского образца 1826 года. Бодренький, бодренький. В принципе, такой, знаете, ну, хороший сюжет. Монетка зачетная. Ладно, а мы пойдем, наверное, продолжать верха ходить собирать. Вроде как находки верховые встречаются, а может быть чуть позже и зашурфлюсь. Пойдет? Итак, ребят, Женька подрезает очередной слой, уже выбрасывает, присыпает фундамент. И вы знаете, очень интересная и очень странная находка. Тем, что, ну блин, ну все здесь возможно найти, все. Ну вот китайскую монету... Это монета династия Цин. Вот я возможно вам фрагмент
по этой монетке еще скажу. Но эта монета не настолько старая, древняя. Период Александры. И скажу, что это у нас монета 1 цень эры правления династии Цин. Это ходячая монета эры правления Дао Гуань 1821-1850 года. Монетный двор Министерства финансов города Пекин. Изготовление данной монеты это было у нас литье. Сплав, медно-цинковый сплав. Че там? Угу. Че нету это, Кузнецова? А, нету. Вот, в общем, вот такая монетка отыскалась. Очень приятная. Ладно, продолжаем. Вот такой объем уже работы выполнили. Там все прозвонили, было несколько монет, я чуть позже вам покажу. Кинг, двигайся. Кинг, так... подвинься. Кинг, уйди, есть сигнал. Уйди, Кинг. Кинг. Пусть копает человек. Смотри, че. Сигнал был, ты говоришь, да? Не, ну, пришел, вот, смотри. Угу. Тут мы-то не докопали, да? Ну, ладно, найдем, что-нибудь покажем. Ну что, ребят, у Женьки находка. Находка весьма приятная. Уйди отсюда. Вот он. Вот такой вот большой крест. Крест интересен тем, что он в эмали. Проглядывается эмаль и белый металл. Крест довольно-таки большого размера, между прочим. И это серебро, ребят. Видите, да? Разглядели клеймо. Это серебрушечка. Неплохо так. Неплохо на цепочке был. Цепочка, к сожалению, сгнила. Видите, прям запуточка торчит прям в этих вот прям кучема. Кучема. Вот, и мы здесь вот сейчас наш так лопату еще будем снимать. Ну, в принципе, неплохой такой сюжетик. Зачетный. Ладно, продолжаем. Ну что, ребят, буду заканчивать свой видеокоп чаепитием. Сейчас горят чаек и свалим домой. Кстати, не домой, а на фестиваль Тохтамыш. У нас в Самаре сегодня 27-го, именно воскресенье, будет фестиваль. Я сейчас туда с пацанами, кто остался в живых. Сегодня тоже выезд на несколько дней. Живых остался снова у нас только Ярик и Серега. Конечно, я и Кинг полуживой. В общем, откопали нормально. Вчера ездили на огороды. Огороды немного нам выстрелили. Немного, ребята. Хотелось, конечно, бы, как в прошлом году было, прям
все находки, которые были в прошлом году, я вам, наверное, показал. Фрагменты зашли на огородик, где был клондайк. Сегодня, позавчера мы немножко пошурфили, шурфов достойных не было. Но пацаны, как вы также видели, Женек поднял копеечку 25-го, китайскую монету династии Цин. В принципе, ничего особенного. Самое главное, ребята, мы отдохнули. Рустик, к сожалению, рано нас покинул, уехал по делам. В общем, ничего. В принципе, по находкам смотрим, как у нас получилось. Но видео, ребята, фрагменты Тохтамыша я вам покажу. Если кто-то заинтересуется, я вам покажу именно целый видеосюжет. Пишем в комментарии, если хотите обозреть полностью фестиваль Тохтамыш. Праздник вообще огонь. И Самара приглашаю каждый год именно туда. Все зачетно, все достойно, на высшем уровне. Ну а сейчас по находкам. Ребят, по находкам у нас за этот выезд, небольшая экспедиция, получилось вот так вот на четверых. Это находки Рустика. 5 находок всего-навсего с огорода и с шурфа. Дальше находки Наумовых. Это Серега и Ярик. Сын с отцом. Тоже находки с огородов и несколько находок. В частности, вот эти вот бутылочки были подняты с шурфа. Вот так. Я также пытался что-то зашурфиться, ничего интересного не было. Было несколько монет, советиков, к сожалению. Вот такая сопутка, интересная вот такая вещица. Хочу попросить вас сказать, что это такое. Имеется какое-то клеймо, а что за клеймо, не знаю. Тоже в комментарии пишите. Ну и плачевный вот такой вот сюжет от киотного креста. Очень плачевный день. Я, в принципе, хочу сказать, съездили, отдохнули, покопали. Всем рекомендую, всем советую такой отдых. На этом и все. Вот на таких вот замечательных просторах буду заканчивать свой видеокоп. На этом точно все. Пока, еду на фестиваль. До новых встреч.